Девчонки, ну вы готовитесь к концерту вообще? Что вы будете предполагать петь на концерте? Вы же решили? Мы будем петь «Агенты 007». Специально для мужчин. То есть подходит, да, «Бабий бунт» и песня «Агент 007». Да, что все девчонки хотят такого агента? Славлять будем мужчин о том, что мужчины, стремитесь быть вот такими замечательными. Да? И тогда такие девчонки, как мы, будут вас любить. Да. А вот вы как считаете, девчонки без вот таких агентов 007 могут сами что-нибудь сделать? Вот мы просто делаем самостоятельно этот концерт. Саша, я и Бензина. Без участия мужчин. О! То есть... Это, мне кажется, мужчины. Это кожа. Я так подзагорела. С отпуска вернулась. А ты не боишься, что мужчины вот возьмут, отреагируют и скажут, сделают мужской бунт в отместку? Ну, если они будут делать, если они будут делать в отместку, у них ничего не получится. Если они решат сделать что-то хорошее от души, тогда получится. Ты знаешь, мужчин, они могут сделать такую отместку. Ну, сделают, и будет это женщина их потом все равно разгромить. Это может быть. Самая большая они выйдут на танки. Это их любовь, ведь они будут любить нас, несмотря на все наши гадости, да? Конечно. Мы сразу почувствуем, что мы, блин, виноваты. Ну, ладно, возвращаемся к концерту. В общем, вы уже продумали и песню, и выход у вас уже понакатанный, да? И, может, вы что-то придумаете оригинальное? У нас, будут очень оригинальные мужчины сзади на подтанцовке. Да, их будет много, и они будут тоже в костюмах. То есть вы, как оказывается, без мужчин тоже не обходитесь? И в своем номере у вас тоже будут мужчины? Ну, конечно. Вот так вот, бабий бунт. Ну, тем более, они талантливые, что же сделаешь? Талантливые мужчины всегда. Зато у нас будет много мужчин, у нас четверых. Девчонки, ну я смотрю, вы готовы уже на 100% к концерту, поэтому мы пошли готовиться. Спасибо вам, что пришли. Ждем 2 марта в Лужниках. Тебе тоже спасибо огромное. Давайте, Ива. Поцелуем. Там никакого дресс-кода не будет, я надеюсь? Ну, обтягивающие декольте, увы, проходите. Все, мы проходим. На бабий бунт. На бабий бунт. То есть вы занимаетесь артистами в данный момент? Да, занимаюсь артистами. Это подстава. Я люблю водку. I am from Kazakhstan. Мужчин, они могут сделать такую отместку. Скажи, пожалуйста, а что ты третьим делаешь в нашей компании? А давайте сначала загорится, а потом дождик польется. Вот она! Вот, дирекция по связям с музыкальной индустрией и спецпроектами. Тук-тук. Здрасте, можно к вам? Вот смотрите, что мы натворили. Надо дверь быстрее закрыть, а то сквозняк. А Леша здесь же, да? А мы можем к нему зайти? Давай. Здравствуйте. Саша, иди. Это очень важный человек, поэтому я буду к нему подлизываться. Здорово.
Я не буду пугать своим синим ртом. Бесполезно. Тереться вот так вот. Вот. Бесполезно, видишь, как? На ба-би-бунт. То есть вы занимаетесь артистами в данный момент? Да, занимаюсь артистами. Отлично. Какие артисты уже у нас есть в списке? Мы их отстреливаем. Какие артисты уже у нас есть в списке? А, топовые. Самые лучшие? Да. Лучшие девочки российской эстрады будут. А вы им поможете. Ну, отлично. Спасибо. Мы побежали дальше тоже. Спасибо за информацию. А вот и мы. Старые знакомые, привет. Как и обещали. Здрасте. Девчонки, привет. Здрасте, уже. Как имеем девушка? Традицию целоваться. Саш, привет. Место. Ну, понятно, бензин. Ну, я это... Я сюда. Твоя любимая штука, бензинчик. Мы не с пустыми руками, мы, как обещали, ну, давайте рассказывайте, с чего у вас там нового. А, ну, мы вот подумали, что это может выглядеть приблизительно так, когда мы говорили о Мулен Руж, все должно быть ярко, феерично. Ярко, такие лиловые. Так, сейчас, стойте. Мы сейчас говорим о чем? О концерте Баби Бум, да? Да, о концерте. Ну, хорошо. Вот это у вас чего? Было бы здорово, вот, экран, монитор же все равно будет, да? Вот это, допустим, был бы монитор, а это такая конструкция из железа, которая натянута каким-то бумагой белой и подсвечивается там. И здесь силуэт. Силуэт? Это хороший, а это хороший элемент. Походите, да! Деморизовали. Это вот так. Случайно. И потом они разрывают бумагу, да, и а вот здесь вертушки, вот здесь в финале. А вот здесь вертушки с таким каким-то креслом. И яркие костюмы, все в таких красно-золотых тонах, возможно. Ты знаешь, у нас просто есть некая убежденность, что мы вот долго думали, как это может быть, со сценаристами после нашей первой встречи, что, видимо, нам бы хотелось все-таки вот эту историю сделать, ну, видоизменить, я бы сказал так, да? Значит, долго думали наши сценаристы, замечательные ребята, придумали пару ходов, которые бы очень бы туда вписались. Во-первых, в начале будет открывашка, это будет большой балетный номер, постановочный. То есть, как бы мы хотели бы, чтобы это был балет, да, вот. Что-то необычное. Что-то необычное, да. Может быть, в классических костюмах, но современные танцы. Это вот мужчины, балетных па. Да, может быть, мужчины, может быть, мы сейчас думаем про это. Вот то, что мы говорили как раз в парке. Ну, давайте дослушаем. Значит, вторая история, мы хотели бы, чтобы наша часть ведущих, да, оказались под каблуком у женщин. То есть, вот этот вот элемент, который... Отлично, годится. Да, такая как бы туфля большая. И ведущие будут располагаться, центральная их часть, центральное место, откуда они будут появляться и где они будут говорить в течение всего концерта, это будет место под каблуком. Когда мы ехали на вторую встречу на MTV, мы подозревали, что ничегошеньки они не сделали. Но работа шла полным ходом.